превращать в черновик ученика 4 класса. Это не беда наша, народа, что некоторые действительно там не имеют выше 4 класса ничего. Но как же так? Захотел один человек что делать? Меняем. Надо, значит, оказывается, ага, недостаточно поменяли. Еще меняем, еще меняем. Так мы Конституцию превратили в ничто. Ведь сейчас стыдно даже перед кем-то из зарубежных государств говорить, что у нас есть Конституция. Я стыжусь этого.